доме на улице Щербакова, похоже, создались идеальные климатические условия для двухкрылых насекомых. Как же все-таки вытравить неприятных жильцов, разбиралась Людмила Чепурная. Бутылочки с репеллентом Марии Лосевой хватает на неделю. Фумигатор в квартире работает круглосуточно. Это мера вынужденная. Насекомые оккупировали кухню, комнату и прихожую. Но если в квартире пенсионерка их травит нетоксичной жидкостью, то в подъезде в ход идет уже химическое оружие массового поражения. А в подъездах покупаем сами дихлофос. В лифте тоже это дихлофосом пользуются. И в подъездах дихлофосом. Комары начали атаку еще зимой и не отступают до сих пор. Свой штаб развернули в затопленном подвале. Сантехники уверены, насекомых даже травить пытались, но бесполезно. Потому что ни проветриваемого помещения, ни окон, нет ни одного окна духового этого. Проветрить негде. В подвале течет и канализация, и труба с горячей водой. Из-за этого подъезд превратился в аромабаню. Только вот аромат неприятный. От сырости страдают стены и проводка. Счетчики уже не раз замыкали. Жителям приходилось их тушить самостоятельно. Боялись сгореть до приезда пожарных. Постоянно вода в подвале переполнила чашу терпения жильцов. Многие не дождались помощи от коммунальщиков, и поэтому продали свои квартиры и съехали. Те, кто остались, говорят, жить здесь невозможно. Помимо комаров, на стенах еще слизь и грибок. А поэтому даже ремонт делать бесполезно. Штукатурка долго не держится. Старые трубы, что 1985 года выпуска, латали и не раз. Коммунальщики опасаются, сгнившее железо просто не выдержит очередного ремонта. В этом году их заменят. Утопать в коммунальных проблемах жильцам осталось недолго. На вторую половину мая, июнь месяц, то есть вот когда будет сейчас вот подготовка к отопительному, к новому отопительному сезону, то есть планируется работа именно по замене трубопровода горячего водоснабжения и ремонту канализационных сетей. Вот. То есть я думаю так, что мы к концу мая, начало июня эту ситуацию маленько улучшим. Кроме того, в управляющей компании пообещали сделать все возможное, чтобы включить дом в списки на капитальный ремонт следующего года. Что же касается комаров, то их дни сочтены. Как только заменят трубы и просушат подвал, их выкурят окончательно. Людмила Чепурных, Павел Михайловский, Сибинформбюро.